Туризм, текстиль, тепличное хозяйство и строительные материалы. Уже завтра ингушская делегация во главе с министром экономического развития региона будет представлять в Стамбуле возможности нашего региона сразу по четырем направлениям. Напомню, турецкие инвесторы посещали Ингушетию в прошлом месяце. Представители компании «Акбаш Холдинг» ознакомились с экономическим потенциалом региона. Тогда для гостей провели экскурсию по промышленным объектам республики. Швейной фабрике, комбинату детского питания, керамзитному заводу и картонажной фабрике. В прошлый раз, когда Акбаш Холдинг приехал к нам, там же на совещании глава сразу дал нам задание, чтобы мы в ближайшее время проработали вопрос по выезду делегации туда, в Турецкую республику, и заранее, чтобы мы связались с ними, во-первых, предварительно проработали все вопросы, и уже поехали туда на место и увидели их производство, увидели, по крайней мере, процесс сам работы, что они делают и так далее, и там на месте провести небольшую презентацию. Большой холдинг. В принципе, мы уже проработали два проекта с ними, по которым они готовы начать в ближайшее время работу здесь, на территории республики. Я думаю, вот по результатам, когда мы приедем, я уже озвучу вот эти два проекта. А вдруг не успеют к вам, напоминают врачи скорой помощи.